Доброе утро, мир. В моих руках традиционный китайский календарь. Отрывной, ежедневный. Вот. И по прошествии года он, так сказать, прочненько так превращается в поверхность, которая, так сказать, потихонечку нас учит, как же прикладываться нашими, так сказать, верхними конечностями прежде всего. Вот. Все это делается очень просто. Он прошивается по вертикали или же по периметру, проще говоря. Вот. Далее это все крепится, соответственно, на дерево. Вот. Ну и приступается к работе непосредственно. Вот. Ну, сейчас я это все сделаю, потом уже посмотрим, как там что. Вот такой вот у нас имеется объем в части, так сказать, толщины календаря. Если мы будем рассматривать уже плотную наработку, то это все превращается вот приблизительно уже вот в такую вот толщину, что, соответственно, имеет свои сложности. Ну и прежде всего, да, фактор боли. Вот, потому что по-настоящему нарабатывается без перчаток. Соответственно, вот такая вот тоже поверхность. Все это потом увидите. Ну, в общем, так. Хорошего дня.